И еще новость с планерки. Будьте внимательны, если к вам придут с предложением установить систему очистки воды. Эти люди уже пришли в семью Алексея Сосонного. 90-летний ветеран, отец, отдал все деньги за сомнительную услугу. Ему закупили мозги тут же, показали, что вот такая черная. Потом это оказалось представители экогруппсервиса московского контора. Значит, в сопровождении двух женщин. Пока они ему мозги полоскали, он уже все это поставил. Сказал: дедушка, сколько у тебя есть денег? Он говорит: ну вот тут 10 тысяч. Он говорит: все в порядке, дедушка, у тебя все хорошо. Вот. Потом я прихожу домой, читаю, там договор на 56 тысяч. Так, есть продолжение. Потом через два дня... Заявление есть к продолжению? Значит, вот через два дня приходят те же самые женщины, уже говорят, что вот вам надо подписаться вот здесь, дайте паспорт, мы от администрации, от соцпомощи, сейчас будут хорошие выплаты со стороны администрации, поэтому, чтобы вы первыми получили, вы вот тут не распишитесь. Факт мошенничества, говорят правоохранители, придется еще доказать, ведь человек сам подписал договор. Поэтому будьте бдительны и предупредите родных. Управление соцзащиты же населения, в свою очередь, информирует, что никаких проверок и рейдов по квартирам ветеранов не проводит. При возникновении вопросов можно обратиться по телефонам 5 80 67 или 2 33 87.